как все-таки более сильный, как говорил Мантелло. Но сегодня, вот, когда мы уже перейдем к составам команд, Мантелло свои слова может и забрать назад. Ведь у Арсенала далеко. На концовке матча вышел и забил уже на едва ли не в последней атаке. 26 номер Эмилиано Мартинес, 3 защитника. 21 Каллум Чемберс, та же линия защиты, что была в матче против Чивас. 24 Марко Бинали не только за гол, но и отмечали его умение партнеры, в частности, несут. После этой атаки Влахович на ударной позиции, но блокирует его возможности Мустафи на ровном. Он на фланге, простреливает Калашинаци, мяч проходит мимо ворот. Рикошет от Чикирини. А готов был на ките забив Дженкинсон. Подача в штрафную. Нет, не в штрафную. Мяч улетает далеко, за пределы поля. Кубки чемпионов. Ну и дальше. Сейчас Калашина с положением вне игры. Сака сумел протолкнуть мяч. Вой, причем выбивает как-то несуразно, но защитился и хорошо. И первый удар в матче по-настоящему. За мяч набирает ход. Он в штрафной. Влахович бьет! Мартинес на месте. И потом Калашинец помогает своему голкиперу. Он выбивает мяч на угловой. Здорово играет Влахович в этой ситуации. Уходит он от... Хотя только на броке. Сочил штрафную. Опасно! Сапонара бьет головой, но бьет мимо ворот. Поддержал эту атаку. Стреливает тем временем Кития! Забивает! Не забивает Влахович, но Эдин Кития открывает счет матча на 15-й минуте. 1-0. Снова атака по левому флангу. Снова активный и не просто активный, а очень полезный Калашинац делает. Он передачу в штрафную, и там некая неразбериха. Защитника Ферентины Эдин Кития принимает футболиста. После этого навеса, да, было опасно, и мяч оказывается в руках у Мартинеса. С Ферентино в атаке, подача в штрафную, опасно, и Калашинац выбивает мяч на угловой. Энкинсона, и мяч снова у Арсенала, Алоинка пробивает рядом со штангой. Смещается в центр, левой ногой он может пробить, пробивает, сотил рядом со штангой. Ворота Чивас, сотил забил победный мяч, как раз... Сместился он тогда с правого фланга в центр и очень красивым, легким, но изящным ударом. Подача в штрафную. Выбивает мяч Арсенал. Идет на него передача, он штрафной. Дженкинсон не сумел выполнить Кития. Он с мячом делает передачу. Очень тонко хотел сыграть Эдин Кития. Ехать на этот турнир, так как желает покинуть Арсенал. Сапонара. Сейчас проходит его передача. Удар по воротам. Но очень-очень слабо полетел мяч. Бенаси на ударной позиции оказался. А это очень главный претендент на то, чтобы быть капитаном на постоянной основе. Сейчас опасный. Опасная атака. Все-таки не опасный момент был. Сейчас может быть опасно. Нет, не цепляется Влахович за мяч. В прошлом сезоне был Кассио по Цельсию, но удивительно, что паузы в такую погоду не гола. В исполнении Нкетиа была пауза, и сейчас еще одна. Подача на дальнюю штангу, удар поворотом, выбивает мяч Нкетиа. Штрафную подает, не очень удачно, но там Терзич запасных Арсенала, и здесь все звезды, но... Да, подает Терзич, подает остро, но мяч забирает руки Мартинеса. Никто не успевает на это. Положение вне игры. Сотил! Сотил бьет! Мартинес на месте! Что произошло? Почему все остановились? Идет передача. Игроки Арсенала смотрят, Мартинес смотрит. Костровили теряет мяч, идет в подкат сам же и нарушает правила. В итоге нарушает правила, возможно, для желтой карточки. Да, но Сапонара получает предупреждение. Встречается в центр, играет на Сапонара. Сапонара, какая передача, и не забивает Влахович. Какой шанс у Ферентина на
третьей добавленной минуте уже под самый свисток на перерыв. Как здорово Рикардо Сапонара сыграл в этой ситуации. В одно касание турнира, как это сделал до этого Нкетье. Нкетье забил этот единственный гол. И сейчас вот мы увидим статистику. Бенаси убегает от Дженкинсона в штрафной. Бенаси! Отличный удар Бенаси. И здорово играет в очередной раз в этом матче голкипер Арсенала. Только теперь уже не Мартинес, а Бернт Лену. Нелсон. Передача в штрафную. Не доходит мяч к Сака. Берет игру на себя, пробивает. И на месте Терачиано. Первый удар, что не то чтобы срезался, как возможно могло случиться в такой ситуации, но полетел наверняка не туда, куда хотел его пробить Бенаси, если он в принципе хотел куда-то ударить целенаправленно. Но, кому сделать длинный пас, и рукой играет Терачиано. Это будет желтая карточка сейчас для голкипера Фиорентины. Это было странное и глупое решение вратаря. Готовить удар. Эказе, что он и делает? Пробивает. Добивание будет? Нет. Добивание было, но не точно. Но фактически его не было, потому что положение вне игры у Риса Нельсона. Но стоит отмечать удар Леказета. Нельсон. Нельсон видит забегание Монреаля, но все видят забегание Монреаля. Но пробивает Леказет над перекладиной. Перебросил стенку девятый номер Арсенала, но не вышел. Панара в одно касание. Журковский. Нет, слишком медленно. Таких паузы будет. Точнее, две паузы, три части тайма будет. Подача в штрафную не точно. Хитарян. Хитарян. Прострел. Леказет. Еще передача. И 2-0. Эдин Нкетье забивает. 2-0. 66-я минута. И у нас есть претендент на статус лучшего бомбардира этого турнира. Позволяет Леказет забить у Фиорентины. Передача на Влаховича. Мустафи его толкает в спину. И это нарушение правил. Недоволен Шкодран Мустафи. Он показывает, что читер Астерик пробивается штрафного. Пробивает неудачно. Хитарян. Дженкинсон простреливает. И мяч после рикошета идет в рукотаке. Разгоняется Уиллок. Падает. Это был удар по воротам, похоже. Но удар заблокировал ли игроки Фиорентины. И больно. Джо Уиллок перехватил мяч в центре поля, разогнался. Подает в одно касание Ганского, но подает неудачно. Дженкинсон. Игра возобновилась. И Дженкинсон уже простреливает, но зарабатывает. А обоих центральных защитников просто не было. Будет играть в центре. Ну, будет играть в защите рядом с попасным. И Месут Озил готовится в составе Арсенала выйти на поле. Но это уже будет на последний день. Сотил берет игру на себя, падает. Сотил зарабатывает штрафное. Желтая карточка. Желтая карточка для Папастатополоса, похоже. После штрафного уже Эсерик пробивает, рикошет. И угловой будет. Играет направо. Габриэль Мартинелли пробивает выше. Летит мяч, но был рикошет от Ганско. Скидка Симеоне. Не сбивает. Джованни Симеоне. Хорошая передача от Ганска. Вышел Христов. Вышел Леказет. Леказет. Ударная позиция, но дает передачу. И гол. 3-0. 3-0. Джо Уиллок сбивает на 89-й минуте. Было преимущество у Арсенала во втором тайме, в первом тайме мы говорили, и это было и без слов заметно, что Фиорентина острее атакует. Меньше играет сейчас и не забивает. Как все здорово.
было сделано Габриэля Мартинелли до удара. Набирает он ход, Yeah, it's very vintage.